Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. Hallo Freunde, mein Name ist Andreas Machina, ich bin Dachdecker und im letzten Video ich habe gezeigt unsere Baustelle mit schiefer Fassade. Я перейду, с вашего позволения, на русский. Я как лох. Стой, мне надо расслабиться, подожди. Я как дебил просто. Сейчас мы делаем алюминиевые панели, окантовку, так сказать, нашего сланцевого фасада. И еще раз хочу подчеркнуть, что в нашем случае при работе со сланцем нужно использовать тонколицевой металл. Пойдем посмотрим. Вот так вот мы выполняем примыкание. Все на клемерах. Сверху уже у нас пойдет сланец. Мы изготавливаем алюминиевые панели индивидуально. Сначала мы обрезаем из рулонного металла нужную нам длину. Вальцуем, загибаем все края, так сказать, делаем кассету, делаем панель. И сейчас мы ее будем монтажить вот, вот сюда. О, у нас тут уже оказалась панель. Вот. Совершенно случайно, да. Мы тут без особых излишеств, как мы это обычно любим, там надломы всякие, текстуру давать металлу. В этот раз заказчик не захотел, чтобы мы хорошенько попробовали. Так вот, пошел тут цепик, раз. Тут, да. Шмых. Да тут все просто, шмых, шмых, зацеп, зацеп. Так вот, картина зацепилась в зацеп. Теперь на сантиметр мы ей даем возможность гульнуть. Так. Так. Можешь придержать? Я пошел клемера крутить, бро. Я купил, да? Так, вверх мы фиксируем жестко. Картина будет играть только вниз. Так, тут можно подстучать, чтобы следующая картина не сильно отходила. Вот эта сторона у нас закрывается относительно жестко. Рамка сейчас лежит там, где и положено. Где? У меня в мастерской. В следующем видео мы покажем, как зажимать эту рамкой. И с этой стороны у нас
идет 5 миллиметров на температурное расширение. Статистика YouTube говорит, что 75% наших просмотров без подписки. Подпишитесь.